2022 объявлен в Тобольске годом Даниила Чулкова. В честь этого в городе на РТШ установят памятник основателю. Сейчас скульптурную композицию отливают в Екатеринбурге. Композиция представляет из себя лодку размером 8 на 6 метров. В ней разместится вся команда Данила Чулков и сподвижники воеводы Иван и Рамазан. Так назвал их сам скульптор Сергей Титлинов. Сначала героев воссоздали на бумаге, а после слепили и отлили из алюминия. Мы делаем произведение, посвященное основателю Тобольска. Он сюда приплыл и основал на Никольском мысу город Тобольск. А с другой стороны, можно ведь и по-другому посмотреть, что отсюда они сейчас поплывут основывать все следующие города Сибири. Пока скульптурную композицию готовят к отправке из Екатеринбурга, в Нижнем Посаде Тобольска оборудуют площадку для ее установки. Решают вопросы по переукладке сетей, плитки и озеленению. Ну, открыть памятник планируют уже в конце августа.